У балаковских химиков есть хорошая традиция ежегодно помогать Волге пополнять рыбные запасы. На предприятии знают, чтобы главная водная артерия Поволжья была здорова, необходимо избавляться от растительности. И с этим великолепно справляются некоторые виды рыб. Выпускаем 50 тысяч мальков, по 25 тысяч сазана и толстолобика. Мы пригласили на наше мероприятие еще детей из сел Быково-Трогского муниципального образования. Если до этого мы приглашали только детей из нашей 25-й фосагрошколы, то в этом году мы решили расширить эту акцию и позвать как можно больше детишек, чтобы они поучаствовали в этом празднике, ну и зарядились какими-то своими положительными эмоциями. Дети – обязательные участники акции «Золотая рыбка». Ведь задача акции не только развлекать, но и просвещать во имя будущего. Экологическое благополучие, как огромная река, начинается с ручейка знания о природе. Поэтому на празднике детям в игровой форме рассказывают о том, что их окружает. Например, о том, что для сазана и толстолобика водоросли – то же самое, что и шоколадка для ребенка – лучшее лакомство. А еще эти рыбки очень быстро растут, а значит, и объемы расчищенной им подводной территории становятся все больше. Взрослые эксперты утвердительно кивают головой. Все верно. Поэтому даешь Волге рыбку, большую и маленькую, а еще полезную. Сейчас пока еще нет, но дальше будет идти зеленка. Сейчас она будет зоопланктонами питаться и вот этими растительными отложениями. Предыдущие года, то есть периоды с 90-х до вот практически до 2015-х годов, это все не проводилось, как бы было затененно. И речные запасы Волги, они немножко поубавились. И поэтому зарыбление, ну, является очень хорошим мероприятием. Не стоит забывать, что балаковский филиал АО «Апатит» первым стал приобретать у рыбохозяйств и выпускать речную молоть. Это при том, что на предприятии нет стоков в открытые водоемы, и завод не обязан проводить подобные акции. Тем не менее, акция «Золотая рыбка» проводится с 2017 года. И первые, теперь уже 8-летние толстолобики, сейчас наверняка выглядят внушительно. А на очереди новое поколение. Раз, два, три! Не забудьте загадать желание! Какие желания загадали участники акции – большой секрет. А вот про то, что ребята сделали большое и важное дело, они рассказывают с удовольствием. Мы выпустили рыбок, чтобы они росли, размножались и жили в этой природе. Еще в следующем году тут было в 3 раза больше рыбы. Было очень классно, интересно, познавательно. Но вот тоже жалко рыбок, которые не смогли проплыть дальше со своими другими рыбками. Пусть ребята не переживают. Выживаемость у годовалых мальков достаточно высокая. И многие из них станут большими рыбками и будут приносить пользу нашей Волге.